Ребята, всем привет, с вами Андрей Евколайф. Сегодня у нас прекрасная погода, не жарко, правда, ветрено, и прекрасные звуки вы можете слышать. Вот, но это нас не пугает. Мы сегодня готовим отличный итальянский соус песто, который используется во многих блюдах, таких как паста, салат капрезе, это помидоры с моцареллой, и много где еще. В общем, смотрим ингредиенты. Это у нас базилик, можно сказать, основной ингредиент. Это у нас натертый уже пармезан, оливковое масло, кедровые орешки, чеснок, соль. 6 ингредиентов для классического соуса. Приступаем. Первая задача наша – это слегка обжарить кедровые орешки на сухой сковороде, чтобы они дали дополнительный аромат. Вот буквально 2 минуты мы обжарили, видите, уже начал золотиться, и поэтому мы убираем и обратно помещаем, чтобы немножко остыло. Теперь самая ответственная часть, потому что блендер у нас не сказать, что прям подходящий. Это больше, конечно, для смузи, но... Ребят, теперь отправляем сюда же кедровые орешки, пармезан, чеснок и соль. Добавляем масло. Ребят, теперь остатки базилика отправляем сюда же и выливаем остатки масла. Ребята, запах, если бы вы могли чувствовать через экран. Соус, конечно, обалденной консистенции. Единственное, знаете, что забыл сказать? В оригинале предполагается, что эти все ингредиенты делаются в ступке с пестиком. То есть все размельчается в ступке пестиком. Но, как правило, сейчас так никто не заморачивается. Наверное, может быть, в Италии где-то, в каких-то ресторанах. Вот, ребята, пробуем. Но я думаю, что такой соус не может быть невкусным. Обалденный. Просто вот настоящий песто, как в ресторане. Ребята, и не зря мы делали этот соус, потому что в следующем видео мы будем делать блюдо с использованием этого соуса. Блюдо обалденное, как обычно. Итальянские вообще блюда все вкусные. А у нас вообще невкусных блюд не бывает на канале. Поэтому мы с вами прощаемся на неделю, как обычно. Всем здоровья, всем пока, увидимся.